Как стать для своего ребенка героем? Нужно давать ему все то, что ты хотел бы, чтобы дали тебе твои родители. Все самое лучшее, все самое необходимое для жизни. Мир вокруг, он суровый. Страшно выпускать его незащищенным, поэтому, чтобы стать героем, нужно его подготовить, правильно воспитать, чтобы он в этом мире не потерялся. Когда я прихожу с работы каждый раз, прихожу поздно, там неважно, рано. Причем я стучу в дверь не просто так, я нажимаю на ручку и скребусь. Жена с ребенком понимает, что это я пришел. Я слышу топот детский, когда она бежит и кричит: «Папа приехал, папа приехал». И я всегда беру с собой какую-то сладость. Мармеладки, киндер-сюрприз, там неважно, леденец. И она всегда говорит: «Папа, а что ты мне принес?» Ну, я начинаю с ней играть, говорю: «Ничего не принес». Она: «А что у тебя в кармане?» Я: «Угадай». Она начинает гадать, залазит в карман. О, и даже самая малость, там какая-нибудь монетка шоколадная, но в ее глазах я вижу счастье, что я не забыл просто про нее, что я ей что-то принес. Пусть это не такая ценность большая, но ей очень приятно, а мне приятно еще больше. Ни одно наше самое сильное достижение не сравнится с малейшим достижением нашего ребенка. И вот когда я прихожу с работы, жена говорит: «А вот сегодня мы это сделали». И для меня это самое ценное, я это складываю в отдельную папочку и храню. Вот мы сделали такую грушу из салфеточек, потом я учил ее рисовать пальчиковыми красками, и мы вместе с ней сделали, вот самое главное, это сделали рыбку. Вместе с ней. Вот. Для меня это гордость. Я думаю, когда она вырастет, ей будет интересно посмотреть вместе со мной. Ну и потом это поставить в рамочку. И сейчас у меня еще родился сын. Вот я думаю, что мы теперь не вдвоем с супругой будем его воспитывать, а втроем с моей дочкой.